Всем добрый вечер. Добро пожаловать на мой канал. Так, это не полная коробочка. Так, наверное, даже по-другому сделаю. Так, сегодня 9.06. Вы посмотрите это позже, но поскольку сегодня праздник типа друзей, самых лучших, наверное, друзей, или не очень, в общем-то, поздравляю всех с международным праздником друзей. Сегодня я буду вышивать с вами схему от Химеры. Не знаю, как так. Так, вот попробую. Ракурс такой, знаете. Не знаю, как лучше подобрать, но... Сегодня я нашла тег, который я еще не видела. Так, как бы нам так лучше? Наверное, я поменяю все-таки ракурс. Все равно мне удобно не будет. А вам хотя бы, может быть, ну, хоть не один край моей руки видеть. Так, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы все подкрутим, раскрутим. Так. Еще это тренога такая. Такая тренога. Так. Вот так вот. И, ну, думаю, вот так вот будет лучше. Извините за долгое вступление, но что поделать. Итак, сегодня тег, как вы уже прочитали, кто я как блогер, кто я как подписчик. Тег этот составлен Мариной. Ссылочку я в инфобоксе оставлю. И составляла она этот тег не, ну как, для рукодельного ютуба, но только для больше тех девочек, наверное, которые вяжут. Ну, я вязать умею, но не снимаю и вообще как бы этим ребенством сейчас не занимаюсь. Ну, тем не менее. Так. Вопросы будут тоже в инфобоксе. Я не видела еще. То есть я нашла, но ответы не слушала. Я сразу решила снимать видео. Без, чтобы у меня не было никакого налета от других блогеров. Итак, давайте приступим. Первый вопрос. Почему именно так вы назвали свой канал? Мой канал называется Неминская Юлия. Не то чтобы я там прям сильно в честь себя называла. Больше найти фломастер, чем зачеркивать. Не в честь себя называла. Ну, в общем, решила так делать. Так, сейчас я буду вычеркивать. Не знаю, долго не думала я над тем, как мне назвать. Просто... У меня и почта была так и зарегистрирована, поэтому я долго не думала над названием своего канала. И я вообще не думала, что я буду когда-либо снимать. Поэтому не особо творчески отнеслась к такому моменту.
Извините, ну не люблю накручивать то, чего как бы я. В общем, не особо я старалась выдумывать какое-то название. Так, дальше вопрос номер 2. Как бы вы хотели, чтобы к вам обращались подписчики, друзья по интересам? В первую очередь я хочу, чтобы ко мне обращались всегда с уважением. В том плане, что когда... То есть у меня нету такой планки, типа только на вы и все, потому что мы с вами мало знакомы. Нет, ну я в плане уважения в том, чтобы не оскорбляли меня. А все-таки больше по сути вопроса, чтобы я могла ответить, а не, так сказать, обидеться, а потом уже с налетом обиды отвечать. Вот, поэтому, а так, кому как удобно, у кого какая есть привычка, можно на ты, можно на вы. Все зависит от настроения, я думаю. На ты больше со мной общаются девочки, с которыми мы часто переписываемся. Мои активные подписчики. Вот. Как раз я сегодня уже сняла одно видео. Точнее, сегодня я его снимала. Нет, я его снимала вчера. И сегодня, пока окна мыла, оно там клеилось в редакторе. И сейчас уже, когда вышло это видео, мне написала Алена. Алене привет. Она мне написала... Так. Алена Андриенко. Я надеюсь, я правильно фамилию произнесла. Алена мне уже написала: Юля, как там химера? Отлично, химера. То есть... Как раз сижу и делаю видео тебе, потому что ты попросила посмотреть продвижение. К сожалению, продвижения было мало, потому что я вышивала другой проект, а тут у меня, значит, есть СП, а точнее совместная сшив, которая происходит в ВК, в трусиных рукоделках. Альбом там отдельный идет. Там мне 15 числа уже надо сдавать отчет. А с 1 по 10 мне надо было в СП авторские истории. Вот СП авторские истории я нагнала. И уже выложила вот сегодня отчет. А теперь мне надо догонять другое СП. В общем, от СП к СП. Вариант ротации. То есть ты не сам себе устанавливаешь границы. Я хочу эту работу вышивать, там все, а эту не хочу. Вышивай. Раз приняла участие в СП, значит, вышивай. Так. Вопрос. Я думаю, что я ответила, да, на второй вопрос. То есть вы можете обращаться ко мне, как вам удобно, но не забывать, что ну, чуть-чуть уважения в плане оскорблений. Дальше вопрос номер 3. Смотрите ли вы свое отснятое видео? Если да, то какие эмоции при этом испытываете? Да, я иногда смотрю, особенно я смотрю не иногда, когда мне начинают девочки писать, что, ну, раньше не смотрела, а сейчас смотрю, потому что то у меня звук, не, ну, то есть мне девочки писали, то у меня еще что-то, и, в общем, я отсматриваю, причем я отсматриваю не тогда, когда я монтирую, а так, ну, то есть я ж вижу по дорожке, что звук есть.
тогда, когда я уже выложила на YouTube. Не знаю, как это так у меня получается. Ну, в общем, вот так вот я делаю. И, в общем-то, приходится смотреть, а что делать, какие чувства. Определенно у меня чувство, что когда я шучу или что-нибудь там иронию включаю, то вряд ли это кто-то поймет, кроме меня или очень моих близких друзей, знакомых и так далее. Вот я больше. Ну, то есть я смеюсь. Ну, я не уверена, что будут смеяться мои подписчики. Может быть, те девочки, которые давно со мной, они будут смеяться. То есть уже есть, так сказать, понимание моих шуток, приколов. А новые могут не понять. Ну, такое. Мы же все разные. В общем. Так, я думаю, что я ответила. Больше никаких эмоций у меня не возникает. Даже когда мне пишут, что у меня там ошибки, или звука нету, или звук слишком громкий. Я все это понимаю, меня только это, ну, натупила Юля, ну что поделаешь уже. Тупанула, так тупанула. Так. Вопрос номер 4. Слово «паразит», от которого вы хотели избавиться. Как показало видео, которое я просматривала, ответ на предыдущий вопрос, у меня слово «паразит» вот. О наличии которого я не подозревала. И вот уже... Ну, вы это слышали, да? Не знаю, почему он у меня есть, но он у меня присутствует. Так, сейчас я зачеркиваю быстро, отшитое все фломастером, чтобы не забыть. Так, я там была. Ага, да, я там была. И, в общем-то, такое вот у меня есть, конечно, словечко мое. В кавычках любимое. Ну, надо над этим работать, конечно. Как работать, я еще не поняла. Вопрос номер 5. Какие каналы на YouTube вы не смотрите? Так, за что? На какие темы эти каналы? О чем они? Какие каналы на YouTube я не смотрю? Я не знаю, у меня нет такого приоритета, что я там не смотрю конкретные каналы и все тут. Я смотрю, но я не знаю, приоритет могу не отдавать, конечно, я. Но у меня нету таких каналов, которые там в стоп-листе, так сказать. Такого у меня нету. Наверное, так отвечу на этот вопрос, потому что есть видео, которые я могу выключить сразу, а каналы я могу быть не подписчиком даже этого канала, зайти глянуть и тут же выключить. Ну, типа, ой, не туда зашла. Такого плана. Давайте к следующему вопросу 6. Какие каналы на YouTube вас привлекают, помимо вязальных, например, о кулинарии, о кино, о другое? Ну, во-первых, смотрю я каналы в основном, конечно, рукодельные в плане вышивка крестиком. Потом у меня есть приоритет стоит каналов. Это ремонтные работы. В смысле в квартире.
У меня что я еще смотрю? Так, я смотрю «Дорожные войны», типа автомобильные аварии. Я смотрю такие, ну, такую тематику по автомобилям. Я не водитель. Ну, в общем, мне это нравится. Ну, там такого типа стоп-хам, движение, там. Ну, такие вот. Что я еще смотрю? Смотрю, конечно же, пару каналов о кулинарии, где есть хорошие короткие рецепты. А ключевое тут короткие рецепты. Не люблю долго готовить, что-то заморачиваться. Особо сложные блюда. Не считаю, что затраченное время покрывает вкус блюда и так далее. Вообще без разницы, какой канал, и нету, ну, то есть я назвала основные, которые я еще смотрю, кроме рукоделия, да. И могу вообще в любой, то, что я захожу на главную всегда и смотрю, что там есть, могу в тренды зайти, ютубовские, ну, такого плана могу сделать. А что тут такого? А что тут такого? Так. Блин, мой мозг стал забывать значки на этот домик. Потому что они тут, их много. А я одна. Так, следующий вопрос у нас 7. Участвовали ли вы в конкурсах и выигрывали ли вы? Если да, то что? Конечно, я участвовала и ни разу не выиграла. Такой короткий ответ. Это было в СП, это было на Ютубе у девочек. Не получалось. Причем на бьюти-каналах, на вышивальных каналах, в группах, в Инстаграме. Ну, вы поняли, я попробовала все доступно. Но я хочу отметить, что я участвую только в тех конкурсах, в которых реально я вижу штучки, которые мне нужны. Во всех подряд конкурсах я не участвую. То есть я, так сказать, оставляю шанс тем девочкам, которые считают, что им нужна вот именно штучка, которая там разыгрывается. Ну, то есть приз нужен. И поэтому я участвую только то, что мне интересно. Не закидываюсь, так сказать, ненужным барахлом. Вот так вот. Всегда искренне верю в то, что мне повезет. Ну, поскольку я делаю это крайне редко, участвую в таких штуках, то получается, что мне пока не сильно везет. Ну, будем думать, что это явление временное. Дальше вопрос номер 8. Так, приносит ли вам ваш канал заработок? Если да, то сколько? Можно и не конкретизировать. Мой канал существует, и видео я снимаю уже где-то года два, наверное. То есть канал у меня с 2012-го типа открыт, но это не открыт, а у меня я типа зарегистрировалась, как все нормальные люди, просто в Google почту там. И он меня, как всегда, уже сразу туда. Вот. И получается, что мой канал сейчас имеет уже более 2000 подписчиков. И по старым меркам, как только
была возможность поставить канал на монетизацию. Я это сделала. Но сделала это в плане не заработка, а в плане авторского права. В том плане, что когда тобой занимается какая-то компания, у меня тогда была какая-то компания, которая мной занималась, то всегда можно быстрее получить результат и, в общем, вы понимаете. Так, что-то я не пойму. Так, ага, есть. Что-то я не вышла не туда. А, я, да, я там не вышла, зато я зачеркнула. Юля, молодец. Так, в общем-то, сейчас уже правила на YouTube поменялись. Там вот 1000 подписчиков. И я не, то есть какие-то там мне деньги капают, но я еще не смотрела. Там это как-то называется, типа, предполагаемый доход. Но это не означает, что это именно тот доход, который... В общем, я сейчас нахожусь на той системе, которая выплачивает только от $100. У меня их нету еще. Но, с другой стороны, я могу сказать, что, конечно, у меня очень сейчас вырос трафик по просмотру моих видео. И тут надо сказать только себе спасибо. И спасибо моим подписчикам. Мне спасибо за то, что я уделяю больше внимания каналу, больше технической стороне канала, чем раньше. И спасибо моим подписчикам за то, что они смотрят. Значит, я более-менее интересна. Да, и, так сказать, ну, смотрят, значит, все окей. Но как такового заработка я бы не сказала, что это прям... Не каждый месяц у меня по $100. Тут вон за 2 года не $100. Ну, я думаю, что... Я не думаю, я знаю, что, конечно же, возможно все сделать. Но у нас чуть-чуть другая тематика. Можно над этим работать. Ну, чтобы это на этом зарабатывать, есть технические моменты, которые ты должен делать. Потом время, которое ты уделяешь каналу, контент, который ты снимаешь. Ну и, в общем, не жульничать обязательно. Поэтому, ну, вот такой момент по поводу канала. Ну, обязательно ведение канала, не просто выкинул себе видео и пошел. Обязательно отвечать на комментарии, показывать своим подписчикам, что ты прочитал этот комментарий. Можно не ответить, но показывать. Я люблю, когда мне в свою очередь тоже подписчики отвечают. И я вижу, что как минимум, мои подписчики прочитали мой ответ. И, ну, для меня это приятно. То есть мне не просто написали вопрос, я на него ответила, а его никто не прочитал. Это не всегда сразу получаешь такой ответ, что тебе там уже прочитали, все. Но, тем не менее, в большинстве случаев мне приятно, когда мне тоже делают, маякуют, что прочитали. Так. Дальше вопрос номер 9. Что вас больше всего привлекает в блогерах? Можно привести пример блогеров и описать его личные качества. Э,
Я бы сказала так, что у меня нет такого момента, что меня привлекает конкретно сам блогер. Вообще. Я наоборот, как бы работаю над собой всегда, чтобы всегда фильтровать информацию, которую я получаю от человека, который, допустим, мне очень сильно нравится, да, чтобы не было манипуляций, так сказать, моим подсознанием. Вот. И я больше к видео отношусь с информационной точки зрения. То есть, полезно ли оно мне, могу ли я его применить, искала ли я его специально, нашла ли я его случайно. В общем, такого формата. А сами блогеры, я не привязываюсь к людям. То есть, знаете, это когда, ну, я не знаю, там, знаменитые вот эти вот программы «Орел и Решка», у них постоянно меняются ведущие. И от того, что поменялись ведущие, я не знаю, там, конечно, чуть-чуть меняется формат, но основной формат остается, просто появляются новые приколюсики. А так, то есть, я вот так отвечу на этот вопрос, потому что привязываться к конкретному человеку, даже когда я могу, ну, то есть, к знакомым, да, то есть, я всегда делаю скидку человеку, что вот это его прикол, и мне просто не надо на него обращать внимание, потому что иногда у некоторых людей все мы разные, бывают разные приколы, разные изюминки, вот, и чтобы, если тебя эта изюминка немного злит, то есть, не обращать на это внимания. Получается тогда, как бы, не то чтобы ты прощаешь человеку, вот как раз вот момент того, что ты не прощаешь человеку его там какое-то поведение, да, а ты его принимаешь таким, какой он есть, и просто корректируешь свое отношение к каким-то моментам, и все. Поэтому я вот так вот отвечу на этот вопрос, что я к людям не особо привязываюсь, считаю это лишним. Так, вопрос номер 10. Так, писали ли вы когда-либо, кому-либо негативный комментарий, ваше отношение к этому? Так, если да, то ответили ли вам, если нет, могли бы вы написать под видео свое мнение. Так, сейчас, секундочку. Что-то подвисло. Так. Знаю, что оно негативное. Нет, я не писала негативные никакие комментарии. Никого не оскорбляла. Тут как бы все чисто с моей стороны. Тут другой момент, что было видео, которое я считала, что оно, ну, несправедливо. Подписчики отнеслись к своему блогеру. И я знала, как поступит блогер, потому что уже бывали до этого ситуации. Он просто закроет комментарии, и девочки, которые захотят поддержать блогера, ну, не смогут это сделать, а когда... А блогер почему закрывает комментарии? Потому что когда девочки все-таки хотят поддержать, то есть вот этого негатива, да, то есть не поддержать само видео, а просто чтобы, ну, человек не закрывал комментарии и не терялся на какое-то время, да. То есть те, кто пишут негатив, он начинает. Так, наконец-то зарядилась батарея. Сейчас чуть-чуть ее только подразверну фотик. Вот так.
мы закончили на 10-м по поводу... А, нет. Да, 10-й мы закончили по поводу... Давайте я попробую еще раз 10-й. Писали ли вы когда-нибудь... то есть, да, этот я уже отвечала. Точно. И давайте 11-й. Важно ли вам лайки и дизлайки под вашим видео? Почему? Немногие знают, что как лайки, так и дизлайки продвигают наше видео, ну, в топ между похожими в тематике видео. И поэтому я не сильно переживаю за дизлайки. Лайки понятно. Дизлайки, у меня только одна всегда просьба. Помогите улучшить канал, контент. То есть, когда вы ставите дизлайк, желательно, если есть какая-то аргументация к этому, обязательно сообщить, чтобы я, ну, во всяком случае, хотя бы знала, а там уже на свое усмотрение, конечно же, решала, как реагировать. Мне писали негативные комментарии. Ничем это не заканчивалось, потому что я отвечала, но это было, знаете, из того, лишь бы, ну, из того разряда, лишь бы, знаете, или засветиться, или, грубо говоря, что-то вякнуть. То есть я всегда открыта к диалогу. Поэтому всегда отвечаю, даже причем дипломатично, как обычно. Но мне не отвечают потом. Ну, типа, это из разряда, я же говорю, погавкать и все. Я, конечно, могу извиняться, но я извиняться не буду за то, что я к таким людям вот именно применила такое выражение, потому что когда есть конструктивная критика, да, ну или мнение свое вы написали, и когда вам человек-блогер ответил, вы же написали, наверное, с учетом того, что вам, возможно, ответят. И я вот отвечаю, а мне не отвечают. Вот так вот. Сама я негативные комментарии не пишу. Мне нечего сказать, если не только обсуждение там. И то, я просто не люблю, когда начинается обсуждение за спиной, а вот это, эти все какие-то движники, они меня как-то не интересуют. Не то, чтобы мне этого хватало в жизни, да, но мне вообще как-то не знаю людей, не знаю, зачем они обсуждают то, что не стоит обсуждать и так далее. Поэтому я негативные комментарии не пишу, дизлайки ставлю, бывает. Смотрела на планшете, не со своего канала. Был обзор нового набора какого-то там, уже не помню какого. Что было приятно изначально, что девушка сразу предупредила, что у нее там какие-то траблы с фотоаппаратом. Причем такие, знаете, не потому что она, ну, не попыталась его устранить, да, а просто вот, ну, какой-то такой прикольчик, который она, ну, зайдя в настройки, не смогла убрать. И я просто не то чтобы ускоренное видео смотрела, да, но я там мотала просто. Потому что у меня плохое зрение, и мне еще это смотреть сфокусированное видео, как бы, а я это перед сном.
Надо же подзарядиться на ночь видео. И получилось, что я просто промотала, не очень мало подписчиков. Поставила лайк в поддержку новому блогеру. Всегда, то есть мне несложно. Надеюсь, человека это простимулирует дальше снимать, что не остановит такие вот технические сбои. И он продолжит нас радовать новыми видео. Причем, опять-таки, это был обзор набора. Я вообще не сильно люблю вот это покупки смотреть. Ну, а лайки, да, лайки я люблю. Всегда. Еще нет у меня, по-моему, ни одного видео, где у меня нету дизлайков. Как всегда, они такие, знаете, дизлайки в пустоту. Вот. Поэтому, как бы, я не расстраиваюсь. Для меня это статистические показатели для моего видео. Не более. Больше меня расстраивает, конечно, неконструктивно вот это вот плюнуть, называется, в спину. Ну, где-то так. Давайте к следующему вопросу. Возможно, он будет более приятный. Как вы относитесь к тем подписчикам, которые пишут негатив? Что бы вы им сказали? Я отношусь к таким людям, которые пишут негатив, что задумайтесь, пожалуйста, над тем, что теперь как бы чуть-чуть времена поменялись, пришли новые вышивальщицы, и такие там топовые, допустим, девочки, ну, все знают такую, ну, там, Оксана Дереза, Алина Рукоделие. Эти девочки, они у нас взрослые, у них другое, как бы, ну, типа воспитание, все такое. Ну, уже есть большая новая волна девочек, так сказать, ну, другого десятилетия. Потому что я не знаю, сколько там. То есть они иногда говорят, сколько им лет, но мне не это интересно. Мне интересно, что они там вышивают. Вот. Это такие блогеры, они типа не ответят, они там что-то себе... Испорченное настроение, понятное дело. А есть такие, как мы, которые вам ответят. И будьте уж любезны отвечать на свое высказывание, вступить в диалог, а не просто там что-то брякнуть и свалить. Видите, я на сленг даже перешла. Поэтому, когда я хочу, чтобы когда вы перед тем, как писали, да, вы всегда понимали, что вам могут ответить. Что всегда пройдут на ваш канал и посмотрят, чем же вы занимаетесь и на какой уровень надо вам отвечать обязательно. Я думаю, 100%, что девочки так делают, что они проходят на каналы ваши и смотрят, кто же дает ценные указания, чем человек вообще дышит. Поэтому будьте готовы, что вам ответят на уровне вашем. Просто, так сказать, унижать вас будут в плинтус. Без оскорблений. Вас будут просто унижать. Ну, я бы так сделала, например. Потому что я не люблю такого хамства откровенного, да? И тогда у меня уже на автомате получается человека, ну, унижать. Он сам первый попросил. Ну, я отвечу. Я не буду там опускаться совсем на уровень, да?
Но я четко дам понять, даже в переписке, удалять это не буду и банить человека не буду. Но будьте готовы к тому, что вам ответят. И это нормально, это не хамство с нашей стороны, типа, это наш канал, мы делаем, что хотим. С одной стороны, да, это наш канал, и какой вопрос, такой ответ. Поэтому ничего страшного я не вижу, когда начинается. Просто не хочется, чтобы локации перемещались на подписчиков. Потому что если такие, там, бывало, видела случаи, когда мало того, что неприятное пишет, так она еще начинает отвечать твоим подписчикам, что-то им там строчит. Как будто, знаете, она сидит на зарплате машинистки и начинает там что-то вести беседу, скажем так. Поэтому такое не приветствуем. Ну, в общем, что вопросы не сильно веселые пошли. Попробуем дальше. 13-е. Дружите ли вы близко с кем-то с YouTube? Если да, то с кем и как давно? Я бы не сказала, что как бы близко, да? Я бы это трансформировала в вопрос, видела ли я блогеров, с которыми я дружу на YouTube. Да, у меня есть две подружки, две Ани. Это не специально, как вы понимаете, да, но это Анна Дэн Стич и Милая Джойс. Это два блогера, с которыми я встречалась. Замечательные девчонки. Приятно, что можно поговорить не только о хобби. Скажем так, можно поговорить о погоде и так далее, да. Но, как это бывает всегда, наверное, это у всех вышивающих, темы все равно закругляются на рукоделие. То есть, а ты видела тот наборчик, а ты там нитки там купила, а ты не купила, ну, вот такого плана. Дружу я с ними, то есть как давно я их видела. Все с Аней Дэн Стич я общалась больше, наверное, полутора лет. Я ее видела еще в прошлом году первый раз. А Милая Джойс, мы, по-моему, вот в этом году только увиделись. Ну, мы увиделись несколько раз уже. Мы живем друг от друга недалеко в масштабах города Киева. Но это ж не повод, к сожалению, видеться часто, потому что у всех свой ритм жизни. И, слава богу, мы друг на друга не обижаемся, что мы не видимся. Да, хотелось бы, но нас то... Короче, мы же девочки. Вот. Вопрос номер 14. Как вы считаете, можно ли найти настоящих друзей на YouTube? Можно найти, я думаю, что можно найти сначала соприкосновение по хобби, потом познакомиться, если будет настроение, скажем так, лично. Оценив уже какие-то личные качества человека, которые ты видишь в глаза, потому что переписка перепиской, а мы, девочки, любим ушами, глазами и все такое. Поэтому дальше это уже такой вопрос, ну, личный, что ли. Потому что хобби это, конечно, замечательно, но сначала какие-то приятельские отношения, я думаю, можно построить, да, а потом уже
жизнь подскажет, насколько можно и нужно углубиться в данные отношения, потому что это такое качество разные у людей, и те качества, которые не присутствуют на ведении канала, а присутствуют в жизни, то есть это чуть-чуть разные вещи, мне так кажется. Ну, я могу сказать в свою очередь, что я в девочках не разочаровалась, они прикольные и все такое. Дальше вопрос 15. Если бы была возможность, чтобы вы приобрели для своего рукодельного уголка. Что бы я приобрела для своего рукодельного уголка? Как-то не странно, большую раму от Арабеска. То есть, которая 56 на 40. Все. Я бы больше ничего не приобретала. Да, все. Дальше. Вопрос номер 16. Следите ли вы за тем, что происходит в мире? Смотрите ли новости? Я их смотрю, я их читаю. Стараюсь сделать это из разных источников. Моя работа заключается в том, чтобы я более-менее была осведомлена. Вот. Поэтому, конечно же, я не могу... Я скажу так, я новости не смотрю по телевизору. То есть я могу новости посмотреть на повторе в интернете. Ну и днем я всегда читаю что-нибудь. Я читаю. Просто читаю для того, чтобы разгрузить себе мозг от проблем, которые есть на работе. Просто не всегда музыка помогает. Вот. Ну, тем не менее. Да, за новостями я слежу. Ну, было время, когда полгода не следила, нормально так жила. Не знала, что происходит. Нормально. Как бы было спокойнее. Как-то, знаете, ну, типа, когда ты совсем девочка-девочка. То есть такая, да, ой, случилось, ничего себе. Блин, а как это я пропустила? Когда давно, 2 недели назад? Ладно, уже не актуально переживать по этому поводу. Ну, такого плана. Дальше вопрос номер 17. Что бы вы сказали вашему президенту, если бы такая возможность у вас была? Я что не поняла, у нас рукодельный тех или политический? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что... Не потому что мне нечего у него сказать или спросить, потому что это вообще никак не касается рукоделия. И, как мы знаем, как это... Москву испортил квартирный вопрос. В Киеве не только квартирный вопрос может испортить, но и политические отношения. Поэтому не будем. 18. Понравится ли вам тех? И нравится ли вам открываться для подписчиков? Да, тех мне понравился. Причем я его снимаю, даже не увидев ответы других блогеров, чтобы не было никакого налета другого мнения. Мне нравится, и это основная фишка, кстати, и я получаю положительные комментарии по этому поводу, что, ну, в общем, я снимаю контент, который нравится
моим подписчикам. Их становится больше, чему я очень рада. И я открываюсь настолько, насколько я считаю нужным, и под настроение, конечно же. И заключительный 19-й вопрос. Кому из блогеров вы передадите эстафету этого тега? Кому бы мне передать? Наверное, я передам эстафету своего тега. Надо мне посмотреть. У меня когда-то... Давайте посмотрим. Я была не готова к этому вопросу. Но у меня есть подписчица. Она мне задавала вопросы. Я на них отвечала. Оставляла ссылочку, на что ее муж сказал, что если на тебя оставили ссылку, значит, все, надо снимать. Так, и поскольку у меня проблемы с именами и названиями, сейчас мы зайдем в сообщение и попробуем по-быстрому найти, чтобы, как вы понимаете, это все было не зря. Я, конечно же, оставлю ссылочку на блогера, который пока еще не снимает, но уже надо. Так. Есть еще один кандидат, ну. Она зовут Саша Громова, мой подписчик. Я считаю, что я кардинально не всегда правильно и долго отвечаю, да? Но Саша у нас еще более такая прямолинейная. Она мне всегда пишет так нормально, по-взрослому, скажем так. Так, ну как всегда, ё-моё, почему так? Мне некоторые, кстати, мои подписчики пишут с аккаунтов мужей. И, ну то есть, мне всегда маякуют, что там, я пишу там с аккаунта мужа. Вот, и тоже приятно, когда прикольно. Так, ё-моё, то ещё я отвечала на ее вопросы. Так, отвечала я на её... У меня ещё столько переписки, я даже не догадывалась, честно говоря. Так. А ну-ка. Наверное, лучше в видео зайти. Сейчас плейлисты. Так. У меня есть такой плейлист «Живые процессы». У меня тут уже 16 видео, и сейчас я посмотрю. Так. Так, зовут девушку Анастасия. Так, Анастасия, все. Тут, по-моему, тот момент, как раз, когда есть повод снять видео. Пусть даже не первое, наверное, первое там ознакомительное. Но вот это вот видео будет вторым, я надеюсь, а может быть и первым. Я надеюсь, что как только видео будет выложено, Анастасия мне
даст понять. Итак, девочки, спасибо всем, кто был со мной. Я думаю, что этот эх можно брать без эстафеты. Но с эстафеты как-то интересно. И мне вот всегда интересно, эстафета, это, конечно, клево. А бывает так, чтобы эстафета, знаете, на круг зашла. То есть ты там сидишь, вышиваешь, никого не трогаешь, смотришь видео, и тут раз, называют твое имя в конце видео, что тебе эстафета. И ты знаешь, что ты уже отвечал на этот тег. И вопрос, видео-то надо снимать? Что в таком случае надо снимать? Всем добро пожаловать в комментарии. У кого есть ответ на данный вопрос? Анастасия, еще раз очень-очень. Я думаю, прошу снять видео. Можно не снять, можно записать аудио формат. Это тоже интересно. И это такой пока узкий формат на YouTube, но он уже приобретает свои, так сказать, тенденции. Поэтому, девочки, кто боится снимать, не вопрос, давайте аудио формат. YouTube это тоже любит. Итак, всем хорошего настроения, чтобы ниточки не пушились, были послушными, а иголочки были гладенькими. Всем пока!